Рад вас всех видеть, что вы хоть на удалении, но очень близко. Техника не может заменить живое общение. Да. Мы молимся за вас, дорогие, чтобы Господь вас укрепил и дал возможность, преодолев все трудности и испытания, стать сильнее, крепче и духовно богаче. Я хочу пожелать вам радоваться о воскресшем Господе нашем Иисусе Христе. Хочу пожелать, чтобы вера в воскресение Христа никогда не ослабевала в ваших добрых, юных сердцах. Желаю вам мира, добра. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос и нам даровал жизнь вечную. Аминь. Мир вам всем, дорогие мои. До доброй встречи и Божье всем вам благословение.